Сегодня представители команды «Ночные совы» стали донорами. В их числе и глава города Андрей Воронов, который впервые присоединился к добровольческой акции. Ранним утром волейбольная дружина отправилась в отделение переливания крови Новоуренгойской больницы. Галина Гладких продолжит. Глава города Андрей Воронов впервые пришел на донацию. Предварительный осмотр перед процедурой обязателен. Убедившись, что с самочувствием пациента все в порядке, его направляют в операционную, кабинет, в котором забирают кровь. День волонтера, и к этому решению я давно шел осознанно, но только в случае, если моя кровь соответствует всем показателям. Вот недавно прошел обследование полное, и показатели крови, как и всего остального, у меня достаточно хорошие, поэтому думаю, что как раз тот момент, когда возможно сдать ее, и она принесет пользу. К добровольческой акции присоединилась вся команда «Ночных сов». Это управленцы, администрации и спортсмены. Кто-то, как и глава города, донором стал впервые. Для некоторых сдавать кровь – привычное дело. Я когда-то сдавал кровь в Санкт-Петербурге, достаточно много. Вот. Потом случился перерыв, переехал сюда, и все, не собирайся, но никак не дойдешь. Да? А Международный день добровольца, и решили, если есть такая акция, то почему бы мне не поучаствовать, решили прийти. Конечно, если все хорошо, если моя кровь может быть полезна, то я с удовольствием буду дальше давать. Донорская кровь является важным компонентом проведения лечебных мероприятий на наших пациентов. Поэтому я приглашаю всех доноров пройти медицинское обследование и стать донорами нашего отделения переливания крови. Для нас это очень важно. Стать донором – одно из сотен добрых дел, посильных практически любому человеку. Присоединиться к числу волонтеров призывает и Международный день добровольца, который будет отмечаться 5 декабря. Главное, чтобы желание помочь шло от сердца. Галина Гладких, Богдан Жиделев, служба новостей «Импульс».